В Херсоне сегодня с утра было парализовано движение общественного транспорта. Маршруточники объявили там забастовку. На акцию вышли после того, как тариф на проезд снизился с 5 гривен до 3. Такое решение местные депутаты приняли в минувшую пятницу. Ближе к обеду перевозки все же возобновились. За проезд с пассажиров брали, как и раньше, по 5 гривен. Такой цена останется до четверга. До этого дня перевозчики и местная власть договорились взять паузу, поскольку решение сессии мэр еще не подписал. Но водители категоричны, если тариф снизят, выходить на маршруты они не собираются. А депутаты горсовета требуют предоставить им экономические расчеты, почему билет должен стоить именно 5 гривен. Не будем работать по 3 гривен. Это невозможно, это экономически невозможно. Не потому что мы плохие, это просто невозможно. Если мэр подпишет это вот убийственное решение для городского транспорта, значит, мы остановимся. Згідно закону про транспорт, перевізники не мають права на страйк. Тому сьогодні актувалися, завтра буде їм виписані там приписи стосовно, або вони з сьогоднішнього дня відновлюють роботу і далі не допускають таких от порушень, або з ними будуть розтрагатись договори.